Сегодня же стало известно, что предмостная площадь преобразится, правда, только после окончания строительства 4-го моста через Енисей. Об этом заявил глава города Тхамак Булатов. Он поручил разработать проект планировки территории предмостной площади. Документ должны представить в течение 3 месяцев. После этого должны пройти публичные слушания проекта. Стоит добавить, что генеральным подрядчиком для работ на предмостной площади выбрана компания «Сибиряк». Они уже запланировали там строительство развлекательного комплекса с аквапарком и многоуровневой парковки. При этом департамент архитектуры должен проверить соответствие проекта всем градостроительным планам.